Алексей Онищенко – успешный актер, карьера которого находится на взлете. Он родился 1 июля 1984 года в городе Дядьково Брянской области. В его семье нет актеров, поэтому и он в детстве не мечтал о творческой карьере. В 90-е годы отец Алексея занялся бизнесом, но прогорел. Семья распалась, а мальчика отправили жить к бабушке. Дом бабушки находился на одной улице с родительским домом. Как вспоминает Алексей, школа и дом спорта тоже были в двух шагах. Жизнь мальчишки шла по этому кругу. Онищенко занимался вольной борьбой, выступал на соревнованиях и всерьез задумывался о профессиональном спорте. Но чем ближе к окончанию школы, тем лучше мальчик понимал, что карьера спортсмена недолговечна, а в жизни нужна стабильность. Алексей рассматривал два направления – философия и режиссура. Окончив школу, он подал документы сразу в три университета и поступил во все три. В итоге он остановился на режиссерском факультете Орловского института культуры. Алексей проучился всего семестр и забрал документы. Его не устроил уровень подготовки. После ухода он решил поступить в Щепкинское училище. Талантливого абитуриента приняли с первой попытки. Так и началась актерская карьера Алексея Онищенко. На четвертом курсе театрального училища Алексей сыграл главную роль в постановке «Годы странствий». Еще одна главная роль была у него в дипломном спектакле «Репетируем Шекспира». За роль Ромео актер получил премию «Золотой лист». Алексей не раз говорил, что студенты Щепкинского училища свято верят в театр, живут и проникаются этим искусством. Современный кинематограф актер критиковал, но по иронии судьбы именно он сделал Онищенко известным. В 2004 году российские зрители увидели многосерийный фильм «Крестный отец». Алексей снимался вместе с прославленной Любовью Полищук и Игорем Ливановым. Через два года Алексей снялся в многосерийном фильме «Тайные связи». Но в 2007 году проект закрыли. В эфир он так и не попал. В 2008 году актер сыграл центральную роль в фильме «Жить, которой не было». Затем были главные роли в картинах «Жестокий бизнес», «Любовь.ру», «Любовь на районе». Настоящую популярность актеру принесла роль Дениса в сериале «Дочки матери». Его герой – талантливый, умный, честный, красивый парень. Мечта любой девушки. Алексею этот образ удался на 100%. Актер считает, что это был лучший сериал из тех, в которых он снимался. Онищенко мечтает о серьезных ролях в серьезном кино, но пока режиссеры заваливают его предложениями именно в сериалах. Зрители видели актера в проектах «Любви целительная сила», «Я приду сама», «Темные воды» и многие другие. За плечами Алексея более 20 ролей, но он и сейчас не сбавляет темпа. Алексей Онищенко женат и счастлив в браке. Его супруга – актриса Ольга Никонова. Они познакомились на съемочной площадке сериала «Жестокий бизнес» и больше не расставались. В 2007 году Ольга и Алексей поженились. Алексей очень любит поэзию, пишет стихи с юности. Он говорит, что старается делать это максимально честно. Актер выпустил сборник собственных стихов, правда, весь тираж подарил своим знакомым. В свободное время актер любит путешествовать и общаться с друзьями, обожает бывать на природе, ведь вырос он в Брянской области среди лесов. На малую родину Алексей выбирается нечасто. Говорит, что круг его общения находится в Москве.